Prabhupada, это символические события для нашего города, поскольку Сил Прабхупада сам приезжал в Москву, и сегодня у москвичей были возможности как-то более подробно узнать о Сил Прабхупаде. Очень впечатляющее кино, я думаю, Москва и также других городов России ждет этого фильма. И я очень хочу благодарить продюсера, директора и все команды удивительного фильма. И также, конечно, хочу поблагодарить прокатные компании, которые организовали этот показ, и кинотеатр «Кару», которые предоставили свой кинотеатр для показа этого фильма. Хочется сейчас, после просмотра этого фильма, как-то еще раз переосмыслить глубину этого движения, глубину и величие личности Шрилы Прабхупады. Вот. И очень приятно ощущать себя хотя бы незначительной частью этого великого движения.